Ужасная работа. Помыться надо. Только негде. Сейчас сделаем. Конструкцию поставил, держится неплохо. Потом мы ее еще укрепим. Я уже просто как можно быстрее хочу закинуть этот бак наверх, набрать в него водички и помыться. Это мы сейчас и сделаем. В принципе, я уже могу мыться под этим прекрасным летним душем. Меня здесь не увидит никто. Но поскольку я снимаю это на видео, то мне придется, конечно, немножко прикрыться. Вот тут как-то так вот. Сейчас сделаем. Ну что, отлично, теперь никто ничего не увидит, а YouTube не заблокирует данное видео. А сейчас идем набирать воду в бак прямо из дома. Ну, думаю, для первого раза и первого теста вполне достаточно. Подождем буквально полчасика, чтобы водичка нагрелась, и принять такой комфортный летний душ. А пока надо убрать всякие инструменты. Раскидал я тут все. Даже говорить ничего не хочу. Хочу просто помыться. А, красота! Фу, отличный душ, ребята. Теперь наконец-таки после тяжелого рабочего трудового дня я смогу помыться. А мне снова пора на работу. Знаете, чего не хватает этому душу? Красной мульчи.